Уроженка Таджикистана Манижа, представлявшая Россию, заняла 9-е место в финале международного песенного конкурса «Евровидение 2021». За выступление она получила 204 балла. Девушка вышла на сцену 5-й и исполнила песню «Russian Woman». Текст композиции был написан Манижей самостоятельно, а музыка создана совместно с израильскими коллегами, композитором Ори Авни и саксофонистом Ори Капланом. Выступление Манижи в финале «Евровидения» было мощным. Девушка появилась в огромном платье, сшитом из десятков лоскутков ткани из разных регионов. Добавим, видео Манижи на песню «Russian Woman» стало самым просматриваемым, набрав свыше 10 миллионов просмотров. Победителем конкурса стала группа из Италии.